В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Осужденный колонией Верхнекамского района бросил ботинок в сотрудников СИН. Своим поступком 43-летний мужчина рискует увеличить свой срок заключения еще на 5 лет. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Находился на спальном месте, не отведенное в порядке дня время. Неоднократные законные требования сделаны по громкой связи. Выполнить отказался. 43-летнего осужденного Верхнекамской колонии вызвали на дисциплинарную комиссию. Отвечая за одно нарушение порядка, он тут же совершил другое. Прямо в кабинете бросил ботинок в сотрудников СИН. По этому факту Следственный комитет возбудил против осужденного уголовное дело. К его сроку могут прибавить еще до 5 лет заключения. За что задержан? За кражу железа. Где? На мосту. До этого совершали подобные преступления? Одно и то не получилось. На территории какого района? Малышинского. И Мурыгинского. Задержанный молодой человек и еще трое его приятелей промышляли в Верхнекамском, Мурашинском и Юрьянском районах. В последнем было 7 эпизодов краж. Банда специализировалась на металле, брали каркасы, теплицы, ванны, швеллеры, уголки из садовых участков, а также столбики и опоры металлических ограждений, которые были установлены на опасных участках дорог. Молодых людей полицейские задержали в Мурашинском районе. Только там приятели успели похитить около 50 опор. Примечательно, что кражи совершались в плановом порядке. Сотрудники полиции изъяли у задержанных блокнот, в котором были помечены уже оборованные объекты, а также те, которые планировались к посещению в ближайшее время. Во дворе на улице Ломоносова после пьяного вождения полицейские задержали молодую мать Катю. Девушка ехала на чужой машине без прав, впрочем, это был не угон. Хозяин Некси Максим сидел рядом и подсказывал, как рулить. Я на своей катался, меня поймали, да. Меня лишили прав. Ага. Сейчас я дал девушке покататься просто. Мы поехали по дворам спокойно, 10 километров в час, все. Она попросила, говорит, дай мне прокатиться, я дал, все. Девушка-то трезвая? Нет, она пьяная. Она 2 месяца училась на права. Ты что, не сдала? Потом она забеременела. Что сделала? Забеременела. Не от меня. У меня своя жена есть, вон я. В итоге Нексию эвакуировали, а пьяной бесправнице Кате грозили сутки ареста, но так как она молодая мать и имеет на иждивении ребенка, ей выписали штраф 30 тысяч рублей.